Всем привет, с вами Сергей, и сегодня мы посмотрим отель «Нэп Патонг». Это четырехзвездочный отель, который расположен в городе Патонг в 3 минутах от моря. Отель имеет положительные отзывы в большинстве случаев. Давайте мы посмотрим, что он из себя представляет. Поехали! Здесь стойка регистрации. Получаются такие красивые диваны. Они вместе соединены. Их тут 1, 2, 3, 4. Черепаха. Покажу еще немного вам территории. Очень красиво. Пожалуйста, справа от входа есть какой-то магазин, где вы можете приобрести какую-то одежду. Такая даже мини-библиотека есть. Посмотрите. Если вы тут ждете, например, можете посидеть, почитать. Тоже, кстати, классно. Справа от меня это декоративный бассейн. В нем не купаются просто, он как бы тут такой. Давайте вам покажу потолок. Какой красивый. Видите, полностью выполнен из дерева. Классно. И там выход. Давайте посмотрим туалет при лобби. Все прекрасно, как видите, большой чистый туалет. Идем дальше. Хочу вам показать небольшое кафе при отеле. Очень вкусно здесь. Я как-то помню, что-то заказывал здесь. Ну, цены такие как бы не низкие, но все очень достойно. Посмотрите, как красиво. Кактусы. Сейчас вам покажу зону эту. Этот бар, вернее, это кафе, расположено прямо по соседству с залом для завтраков. Так, видите, тут можно что-то взять, какие-то круассаны. Сейчас мы заходим с вами в зону для завтраков. Я вам покажу, какая она красивая. Сейчас идет дождь, поэтому опустили шторы. А так, конечно, это все очень просторно, светло выглядит. В общем, очень-очень красиво. Так, а здесь это внутреннее помещение. Оно сейчас закрыто. Здесь в основном, вот видите, шведский стол здесь. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Так, Нэп Спа, да, здесь спа-зона. Давайте посмотрим, как она выглядит. Смотрите, какая музыка. И при этом еще дождь идет. Ну, просто класс. Hello. Здесь, пожалуйста, можно что-то приобрести. Лемонграсс. Все остальное пахнет нереально просто. С ума можно сойти от удовольствия. В общем, как-то так. Тут, да, тут бильярд можно погонять. Здесь находится тренажерный зал. Достаточно прохладно. Зал небольшой. Посмотрите, не полностью оснащен, но в принципе нормально. Давайте посмотрим дальше. При выходе из спортзала тоже небольшая зона с креслами, столиками. То есть вы везде можете найти место, где вам уединиться. Мы идем к бассейну, давайте его посмотрим. Как он сейчас выглядит. Так, понятно, идет мелкий дождик. Здесь никого нет. Ну, все равно у нас получится заснять. Так. Пожалуйста, душевая стойка здесь есть. Бассейн небольшой. Ну, очень комфортный. Вода чистая. Я здесь останавливаюсь не впервые, поэтому я всегда был доволен этим отелем.
сейчас небольшие, правда, ремонтные работы идут. Немного днем шумновато здесь. Здесь есть корпус, где, видите, прямо мини-бассейн при выходе из номера. Идем дальше. Пока я жду заселения, хочу сходить выпить кофе в соседнее кафе. Заодно покажу, как выглядит дорога на пути к пляжу. Тут другой отель, Holiday Inn Express. Постараемся его тоже заснять. Уважаемые зрители, смотрите, вот там НЭП, отель, буквально 5 минут, и вот пляж, все чисто, классно, лежаки, море чистое, песок красивый. Так что думайте. Мне дали номер на втором этаже, называется он Daydream, давайте его смотреть. При входе слева огромная гардеробная, смотрите. Есть сейф, куча места, немного темновато, но я думаю, что будет видно. Смотрите, какие красивые вешалки, прям то, что нужно. Халат и зонт, очень большой плюс, утюг. Гладильная доска, прям супер, я люблю, когда это есть. Шкафы, ящики, все есть. Смотрите, какая здесь ванная комната. Очень классная. Так, вот, да, побольше света. Давайте посмотрим здесь. Маленькие полотенца, фен. Все есть. Посмотрите, как все чисто. Все выполнено в современном стиле. Вот так стены под цемент. Смотрите, какая огромная душевая кабина. Класс. Ха-ха, весы. Ну, потом попробую взвеситься. И очень красивый такой элемент стены, смотрите. Раз, и вас не видно. Классно. Давайте дальше смотреть этот номер. Здесь стена сделана в панелях. Смотрите, как прикольно. Под дерево. Номер выполнен, вот именно непосредственно сам номер, в таких в бежевых тонах с элементами бирюзового цвета. Маленький диван классный. Так, здесь у нас что? А, здесь чай, вода, все, что нужно. Тумбочки, телефон. Большая кровать, где-то 1,80 м точно она есть. Огромное зеркало, смотрите какое. Телевизор. Так, плотные шторы классные. Так, давайте мы с вами посмотрим, какой здесь вид. Ну, для начала смотрите, какой здесь балкон. Вообще просто тут жить можно на этом балконе. Реально огромный. Сегодня дождливо. Смотрите, какая погода. Вот бассейн, вот здесь. Прям ровно напротив. Снизу уже общие зоны отеля. Море расположено в 2-3 минутах вот там прямо. Вот вышли и прям туда. Так, там другие корпуса. Смотрите по поводу цены. Это Daydream номер, он 46 метров. Вот с этой террасой, с большой, наверное, все вместе считается. Стоит на июль 2023 года, на начало июля, $60 в день за двоих, включая завтрак. Вот такой прекрасный номер. Думайте, смотрите. Мне кажется, что в принципе нормально. Близость к морю вообще потрясающе, очень близко. Номер новый, большой, красивый, светлый достаточно. Плюс еще завтрак включен. Ну, опять-таки, это решать вам. Я вам просто, ну, рекомендую как бы рассмотреть этот номер и этот отель.
Я вышел из номера, давайте мы с вами посмотрим, что есть здесь еще интересное. Вот такая зона лифтов. Пожалуйста, вот здесь можно у бассейна взять полотенце. Просто сейчас дождь, соответственно, никого нет у бассейна. Так, и смотрите, здесь можно что-то тоже заказать. Цены вполне нормальные для отеля, честно вам скажу, как бы. Вот. Пицца 280 бат. Ну, как бы делите на 35 в среднем, и вы поймете. Тут у них счастливые часы на коктейле. Это тоже все есть. Итак, мы зашли с вами на завтрак. Смотрите, что тут есть. Вода, гуава джус, апельсиновый сок, свежее молоко, чай, кофе нормальный. Здесь вот посуда, пожалуйста. Вот это вся история. Мед. Посмотрите, как классно. Все очень чисто. Все так действительно симпатично, вкусно выглядит. Пожалуйста, свекла, маленькие черри, помидоры, огурцы. Вот все, что нужно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, да, пожалуйста, хлеб. Все очень вкусно выглядит. Смотрите, какие маленькие кексы, аппетитные. Джемы, масло, какие-то блины. Так, что тут у нас? А, жареный хлеб, как бы типа гренки, ветчина. Так, сосиски. Так, это вот, пожалуйста, куриное филе, видимо, да. Паттай. И вот еще суп можете взять. А здесь я жду свой омлет, кстати. Так, очень быстро все приготовили. В общем, вот так вот я покажу. Зал вот такой. Я иду завтракать. Вот я себе взял омлет, салата немного, фруктов, капучино, потом чай с молоком и круассан со сливочным маслом. Спасибо отелю НЭП. Мы все посмотрели, даже пожили. Мне все понравилось, правда. Все как всегда. Завтраки прекрасные, новый современный номер с прекрасным ремонтом, пляж 3 минуты. В общем, вы все увидели сами. Своими глазами. Пожалуйста, напишите свои комментарии, понравился ли этот отель именно вам. Цена, да, тоже имеет значение. Пожалуйста, напишите, как она вам. Кстати, скажу, что эта цена еще нормальная очень. За такую цену надо еще постараться поймать этот номер, потому что отель очень популярный и он практически всегда занят. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только полезные и интересные видеообзоры, которые впоследствии помогут вам выбрать нужный отель, правильный, за хорошие деньги. Всем пока!